В Приволжске прошел межрегиональный чемпионат по карате «Первые шаги». Организатором состязаний выступил сотрудник полиции Николай Сычев. Чемпионат посвящен предстоящему Дню Учителя. Николай рассказывает, педагог в жизни каждого ребенка очень важен. Он учит преодолевать трудности и быть стойкими. Полицейский на протяжении многих лет обучает детей основам боевых искусств. В Приволжске он создал спортивный клуб и сам тренирует ребят в свободное от службы время. Подобный турнир проходит на Приволжской земле уже не первый год. На сей раз показать свое мастерство приехали спортсмены из Владимирской, Нижегородской, Костромской, Рязанской и Вологодской областей. Всего собралось более 300 участников. В моем клубе занимаются дети не только из благополучных семей, но и те дети, которые встали на путь преступности. И через некоторое время, благодаря тренировкам, благодаря нашему коллективу, дети стали лучше, дети стали добрее и перестали болтаться по подъездам, улицам, а приходит наш зал. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены из Ивановской области.